Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 6, глава 2, чему вы научились. Сравнить числа. Итак, А. 889 и 1001. Первое число 889 будет меньше, чем второе, 1001, так как в первом числе меньше разрядов. Б. 8 600 000 и 8 060 000. Здесь разрядов и в первом, и во втором числе одинаково. Самый старший разряд, миллионы, тоже одинаковые. 8 миллионов в первом, 8 миллионов во втором. Второй разряд по старшинству – это сотни тысяч. В первом числе 6 сотен тысяч, а во втором числе 0 сотен тысяч. Значит, первое число будет больше, чем второе. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.